Привет всем и добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем видео я продолжу эксперименты с переводной фольгой. Сегодня у меня флористика. Итак, если вам интересно, пожалуйста, оставайтесь со мной и всем приятного просмотра. Для дизайна я буду использовать переводную фольгу, гель с очень липким остаточным слоем и золотой пигмент. Все это от Daily Charm. Итак, подготавливаю фольгу, вырезаю часть рисунка, которая мне больше всего нравится. На подготовленные ноготки я наношу белый гель-лак и сушу в лампе. Наношу гель-лак для фольги, это может быть любой гель-лак с очень липким остаточным слоем. Сушу в лампе. Прикладываю фольгу к ноготку и хорошенько разглаживаю ее, стараясь, чтобы рисунок перенесся полностью. Убираю пленочку. Дальше черным гель-лаком делаю обратный френч, сушу в лампе. Наношу топ-гель и сушу в лампе. Далее нужно забафить ноготок, чтобы не осталось ни кусочка глянцевой поверхности. Это нужно для того, чтобы пигмент не забился в топ. Далее черным гель-лаком без липкости, это очень важно, делаю узор на черной части нашего обратного френча. Хорошенько просушиваю. Дальше беру золотой пигмент и втираю в рисунок. При таком варианте пигмент втирается только в рисунок. Смахиваю остатки пигмента и теперь уже можно нанести топ. Снова хорошенько все прослушиваем и дизайн готов. На этом все. Надеюсь, это видео было вам полезно. Спасибо, что смотрели меня сегодня. Увидимся, услышимся в новых видео. Пока-пока!